Работа на такой довольно объемной, она как довольно невольно получилась, объемная статья, посвященная вот этой дате, 20-летия. А я сейчас занимаюсь размещением этой статьи в одной из газет, что, кстати, вызывает довольно сложности, потому что я там, в том числе, и о партии говорил, «Справедливая Россия», даю нелицеприятную оценку всему 20-летию, которое прошло. Если совсем коротко, можно характеризовать смысл моей статьи, за что боролись на той Донбассе. Да, и, конечно, жесточайшее разочарование мы испытываем все те, кто 20 августа прошлого года здесь, в нашем родном городе, вместе со мной, там более 100 тысяч человек стояли в Дворцовой площади. Конечно, мы тогда стояли и вместе с Собчаком радовались сообщением о том, что РНВО нейтралитет занимает, ВДВ с нами. Я помню, как летчики из штаба 5-го воздушной армии вывесили огромный плакат, где синими буквами гуашью, по которому еще по ватному текла гуашь, было написано «Авиация с вами», как ликовала площадь. Кстати, кроме вот этой публикации в одной из газет, пока не знаю, на самом деле это вот статья на разворот, вернее не разворот, а, наверное, на страницу, на большую газетную страницу по объему. Не знаю, какая газета возьмется публиковать. А в моем блоге, в живом журнале, как раз 19 августа, я там за один раз, наверное, публикую свои воспоминания. Вот по 19-20 августе, когда я был в Петербурге, 91 года, когда участвовал в этих событиях. Поэтому моя оценка, увы, негативная процессу перемена, потому что если в 91 году мы все очень хотели ликвидации монополии КПСС, то сейчас мы имеем монополию слепка КПСС «Единой России». Если мы боролись против партократии, против засилия бюрократов, сейчас мы видим еще, так сказать, более пышным цветом все это проросло. И за исключением свободы слова, по которой тоже есть естественные претензии, да, и тот же достаток в магазинах, и нет очереди за колбасой, но если деньги у наших земляков, у россиян, на то, чтобы покупать, это изобилие магазинов, это чем проблема. Поэтому, я не буду пересказывать статью, я попытался дать такой взвешенный, но, может быть, эмоциональный анализ тому, что мы пережили вместе с вами, со всеми, с россиянами за последние.